Новогодние елки для детей, как и празднование Дня народного единства, в Омской области отменять не будут. Об этом заявил глава региона Александр Бурков в интервью 12-му каналу ИГТРК «Иртыш». Несмотря на сложности, в том числе и финансовые, Бурков пообещал, деньги на государственные праздники найдутся. Цитата: «4 ноября нужно проводить. День народного единства – это действительно праздник единения. Единство российского народа, всех национальностей. Конечно, эти праздники нужны. Вопрос, где и как брать деньги. Мы будем вместе думать. Изыскали средства сегодня на выплаты, на поддержку ребят по 100 тысяч мобилизованным. И на праздники найдем». Конец цитаты. В важности и нужности новогодних торжеств Бурков тоже не сомневается. В первую очередь в Омской области новогодние праздники будут для детей, чьи родители, отцы сегодня мобилизованы. Будут подарки, будет новогодняя елка. Это святой детский праздник, он должен быть. Новогодние елки, как бы нам ни было тяжело с бюджетом, они должны состояться. На городских площадях, на площадях в селе, в деревне. Праздник должен быть.